В Ижевске мужчина попытался угнать автомобиль скорой помощи. При этом он умудрился разбить сразу две машины. Зачем ему это было нужно, узнала наша съемочная группа. Происшествие попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. Вот стремительно бежит мужчина. И, несмотря на погоню, забирается в автомобиль скорой помощи. Что могло стать причиной странного поведения ижевчанина, позже выяснили следователи. Двое молодых людей находились в квартире в районе улицы Ильфата Закирова, где употребляли алкогольные спиртные напитки. Было выпито достаточно много. Значит, после чего им показалось, что в квартиру проникли посторонние, какие-то злоумышленники. Им стало страшно, они заблокировали балконную дверь и сидели 2 часа, ждали, когда кто-то придет и их спасет. Но так как помощи ни от кого ждать не пришлось, время было около 5 часов утра, они решили поджечь жалюзи, висящие на балконе. Жалюзи, да, чтобы привлечь к себе внимание, и кто-то посторонний вызвал службу спасения. Что, в принципе, и случилось. Пожарные и скорая помощь приехали быстро, но такого продолжения событий сотрудники оперативных служб точно не ожидали. Сотрудники проникли на балкон 5-го этажа через 6-й этаж, разблокировали балконную дверь, значит, в результате чего один из злоумышленников резко выбежал из квартиры, выбежал из дома, где увидел карету скорой помощи. Мужчина умудрился завести автомобиль и, проехав пару метров, врезался в стоящую рядом иномарку. После этого его смогли вытащить из-за руля. Свои действия угонщик, который к тому же никогда не имел прав, объяснил просто. Помутнял разум, поджег свою собственную квартиру. То есть сами подожгли? Да. А кто вызывал скорую и пожарных? Не знаю. Зашел пожарник, и я побежал. А как оказались в скорой помощи? В машине скорой? Стояла скорая помощь, оттолкнул водителя, сел. А дальше? За руль. Завел. И все. И в машину врезался. Вы сейчас понимаете, что происходит с вами? Да. Да. Поджег собственную квартиру. Это ненормально. Сегодня молодой человек уже отсидел 10 суток административного ареста. Теперь ему грозит еще один суд. По уголовной статье за угон транспортного средства он может получить до 5 лет лишения свободы.